Саратовские байкеры отправились в мотопробег. В Парке Победы стартовал региональный этап российского марша «Дороги Победы». На Соколовой горе представители мотосообщества возложили цветы к вечному огню. Для участия в мероприятии в наш город также приехали байкеры из Казани, Чебоксар, Нижнего Новгорода. Объединившись с саратовскими ночными волками, они стартовали в Ростов. Там соберутся представители мотосообщества с трех направлений – московского, казанского и белорусского. А уже оттуда участники пробега отправятся в сторону Севастополя, где пройдет ежегодный фестиваль. Традиционная акция байкеров посвящена юбилею Победы. От Ростова мы уже тремя собранными отрядами следуем в сторону юга. Это Магаз, Грозный, Теберда. И потом уже колонна движется на байк-шоу, наше ежегодное байк-шоу, организованное нашим клубом «Ночные волки».